Выходные для тех, кто предпочитает отдыхать активно. В воскресенье в парке имени Степанова состоялось открытое первенство Ивановской области по велоспорту в дисциплине кросс-кантри. Испытать себя и свой велосипед приехали около сотни участников. В этом году собралась достаточно представительная делегация из ближайших регионов. Это Ярославль, Владимир, Кострома, Нижний Новгород, Вологда. Приезжают участники разных возрастов, это начиная от юношей 10-12-летнего возраста и заканчивая ветеранами 50 и старше. В прошлом году соревнования проводили в 4 этапа в течение месяца, на этот раз гоночный день только один. По словам организаторов, есть сложности с финансированием, кроме того, не хватает организационных сил. Финансирование у нас в этом году вообще в ноль, то есть эта гонка только посредством энтузиазма в прямом виде. То есть я захотел провести это соревнование для своих детей, а так уж получилось, что и взрослые, и любители из других областей приехали и тоже приняли участие. Впрочем, эти обстоятельства никак не сказались на качестве соревнований, которые прошли на подобающем уровне. Для участников была подготовлена даже более сложная, чем в прошлом году, трасса протяженностью 2 километра 200 метров. Жесть. Трасса была очень техничной, сложной, и тут, должен был победить сильнейший. Крутые спуски и подъемы, резкие повороты, всевозможные препятствия. Такая трасса действительно покорилась только сильным духом и телом. Мне 10 лет. Я занимаюсь, по идее, 2 года, но я бросил, весну не ходил. Потом подумал, что мне нравится этот спорт, я не могу без него. Я пошел опять. Чтобы по-настоящему развивать велоспорт в регионе, в первую очередь нужны подходящие площадки для профессиональных занятий. Хотелось бы более развитой инфраструктуры, то есть не только велодорожек в черте городской, но и каких-то участков трасс и понимания со стороны администрации вот в каких-то городских парках, как парк Степанова 905 года, Харинка. То есть хотелось бы, конечно, расширить этот ареал обитания. Сейчас все локализовано в основном вот здесь, в парке Степанова. То есть вся спортивная составляющая. Пока практиковать свои навыки на двухколесном друге велосипедистам, как правило, приходится в черте города, что доставляет неудобства и спортсменам, и прохожим. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.